Это блог, всем привет, это блог. Приветствую, добрый вечер, здравствуйте. А тут как бы и музыкальный лейбл, я в музыке вроде опыт какой-то есть, понимание какое-то есть, образование даже есть. И в принципе у меня в Алмате есть база, где я спокойно могу мутить песни, которые я сейчас как раз круто, бомбово делаю. В принципе до полного фарша нам осталось взять 3 микрофона, но это больше коллекционерский момент. А дальше, если вдруг расширяться еще будем, там будет, допустим, запись барабанов, запись оркестра, струнных, там тоже по-любому уже нужно. А так полный фарш у нас, полный фарш. Все, что нужно, и даже больше у нас есть. Ну, фактически, мы двигаемся как лейбл. Просто раньше это как называли? Рекорд-лейбл это называли. Потому что раньше, ну, допустим, там во времена Рэя Чарльза, Джеймса Брауна, ты приходил на студию звукозаписи, и она же была выпускающим лейблом. И студия, и лейбл в одном месте. Ты там записываешь песню, тебе ее грамотно записывают, потом ее выпускают, записывают на пластинку, распространяют по радио, короче. Раньше это все было, ну, объединенно, да. Сейчас это, ну, разделили на две такие отдельные, да, грубо говоря, узкие специальности, типа студия, звукозаписи отдельно, лейбл отдельно. Зачастую так бывает, да, то есть лейбл просто подписывает артистов, а артисты сами по себе двигаются на своих студиях и так далее, вот. А мы как бы решили по такой старинной схеме, у нас рекорд лейбл считается, record-label. Если так грамотно говорить. В арабском мире я люблю арабский кофе. С финиками цукари, которые не обжарены. Там не обжаренные зерна, и он зеленый сам по себе, по своему цвету. Они туда добавляют либо кардамом, либо шафран и подают его с финиками цукари. Это такие карамельного вкуса финики. Это серьезная вещь. Вот мой обед. Тыква, брокколи и лосось. Короче, я понял, от чего вся наша команда жирнеет по страшной теме. Мы жирнеем в гастролях. Потому что ты приезжаешь, там встречают, тут встречают. Приехал куда-то, в номер заходишь, там у тебя фруктовая тарелка. По идее, у меня по райдеру с недавних пор стоит тема, что у меня в мини-баре не должно быть сладких напитков, шоколадок и так далее, понял? Но мало кто читает, и они походу думают, что типа, если я сладкое съем, я буду добрым. И они все равно шоколад ложат в номер, понял, такие моменты? Да. Не, это пацаночек. Короче, ребят, Талга сделал подгон. На, смотрите, такого вот. На пол, да, его надо? Да, можно на стенку. Смотрите, у него даже язык. Что, есть, да? Язык рабочий. Вся пиловая. Короче, этот, история такая, там эти активисты, или как они, гринписовцы, там, и так далее. Там все, короче, все нормально, все халяльно, короче. Он нападал на человека, и во время нападения он его завалил, короче, во время защиты. Во время защиты, так что это нормальная, короче, тема. Так получилось, короче, да? Вот. Можно на стенку. Поэтому там нет, защитники животных, но там не газуйте. Все нормально. Красиво. Тема супер, да, постелим. Вот так. Вот такой. Что на кипу главное? И люди больше рассчитывают на то, что выгрузить продадут, да? Да, да. Просто если Lexus, да, то есть там участвовали и Акимат русский, и все, понимаешь? То есть я понимал, что такой Lexus будет, такому Lexus будет рад реально. Первый вопрос, дорогие, многоуважаемые, любимые подписчики, наши люди. Интересен ли вам будет блог? Нужно ли вам это от нас?
интересно ли вам будет наблюдать за нашей не сильно интересной, но чуть-чуть там что-то есть такое прикольное жизнью. Вот напишите, типа, Баха-блогер, типа, зашквар, или Баха-блогер, супер, типа, оставлять эту тему. Давай сделаем конкурс на название студии. Давай люди будут придумывать название студии. Если мы найдем среди этого самое крутое название нашего музыкального лейбла, мы определим какой-то крутой приз. Мы можем ценный, почему нет? Да, а потом еще голосование на приз устроим. Ну, короче, мы решим. Исходя из того, уже какой человек будет, давай мы под человека уже подберем приз. Интересно. То, что он, чем он занимается, и уже потом мы что-то полезное для него придумаем по призу. Все. Но мы не обидим, 100%. Все. Это очень надежно. Не люблю сидеть в видных местах. После этого слова пацана у всех что-то этот разговор не жестко поменялся. Да, все по понятиям на связи. Сирии, мы будем рады вас к микрофону. Ассаламу алейкум. Выступать на людях вообще. Я боюсь людей страшно. Социопат я дикий. После концерта вообще хочется дома загаситься на день-два. Ты с тобой сидишь, играешь в комп. Мне кажется, ночью приходит вдохновение. Такая закономерность прослеживается. Пацаны хотят конину попробовать. Мы взяли для них шпармак. Сегодня мы будем снимать фудблог. Фудреакшн. Токсис пробует шпармак. Зима еще, снег пошел. Да, уютно. Сейчас конина как себе домой пойдет. Варится бульон на основе конины, потом конина достается, куда ложится вот такое тесто, называется сочни. Сочни, да, на русском называется? Да, да, да. Все, лук, перец. И конина. Все, и конина. Все, вкусно. И мы сделали сразу фон, чтобы для Венеза. Сразу делать фотосессию, чтобы пацаны не ездили в фотосессию. Кто-то из пацанов у нас тут даже пишет на чистоту. Наш директор, проректор, начальник похода. Он вот здесь сидит и все решает. И всех нас морально избивает, чтобы мы работали. Что вам сделали? У меня вот не может быть такого, что вот у меня вот есть четкий график у творчества. Я, к примеру, не могу писаться ночью вообще. Вот невозможно. У меня голос садится как будто под вечер. Ты не представляешь, как мои пацаны мечтают, чтобы я делал это днем. Коробочка, это прикольно. Я это увидел у Майка Шиноды, Форт Майна. Помните эту группу? Линки, Паркович. Рэпер из Линкин Парк. Мне нужен покой, я снова полуной. У меня траблы с головой, ты причина. Какая ты красивая. Чем такая милая. Я на нем любимый. Увижу тебя. Давайте пацаны вокал послушаем. Молодец, какие там ходы хорошие. Страшно заходит. Ну, кстати, я тоже на самом деле по такому туповатому рэпу скучаю. Помните, мы вначале говорили, что нельзя воспитывать словами, да? И вот мне мои родители дали духовное. Я вот сейчас только для себя размышляю, понял, что мне действительно родители дали очень сильный духовный стержень. Они мне дали очень важное качество, которое в жизни должен обладать человек. Это терпение. Терпение – это супер крутое качество. Вот если человек этим качеством овладел и
стал каким-то мастером в плане терпения, у него в жизни по факту все сложится. И в этой, и в следующей, дай бог, да? Я понял, что такое семья. Семья – это когда вы друг друга реально поддерживаете. Когда вы одной ячейкой общества такой, прорываетесь сквозь этот жестокий мир, короче, не сдаетесь. И вот удивительно, да, удивительно то, что фактически мир-то большой, и он на самом деле суровый, жестокий. Но вот три человека вот из семейной любви друг к другу могут этот мир победить, да, в каком-то смысле.